О, господи, да сыты мои, скорее снимай маску, мне уже интересно, что там? Мальчик, давай! Господи, Сережа, у тебя нет лица! Сережа, о чем ты вообще? Я вижу все! Все творим, про меня зовут Царь! Он из Зебра сразу же, просто сразу же переподписан мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде! Самый лучший бонни на ютубе, ведь бро, придет время Supreme Банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! Я как вижу, про тебя же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть моей Supreme Банде! Самый сильный бонни на ютубе бандит! И также сегодня со мной Настя! И Supreme Банда, сегодня у нас просто жесткое видео, потому что я думаю, вы знаете, что это за костюм. Это костюм Слендермена Банда. В одном из прошлых видео мы сняли маску Слендермена, а потом и весь костюм, потому что, как оказалось, Слендермен просто невидимый. И тем не менее, Банда, в том видео я пообещал, что за 10 тысяч лайков я сам одену этот костюм и посмотрю, что со мной будет. И вы, Банда, эти 10 тысяч лайков набрали всего лишь за день. И сегодня я специально для вас одену этот костюм, жертвуя, возможно, даже своей жизнью. Но тем не менее, Банда, я сам этого хочу. И именно сегодня в 3 часа ночи я реально одеваю костюм Слендермена. И есть огромный шанс, что я стану новым Слендерменом. Это же реально выносит мозги, Банда. И знаете, что если на это видео будет 10 тысяч лайков, то я проведу ритуал, чтобы я реально стал Слендерменом. Я одену этот костюм, и возможно, именно после ритуала я стану настоящим Слендерменом. Именно поэтому, Бандит, опускайся ниже, жми свой царский лайк. А тем временем, Банда, нам реально нужно дождаться 3 часа ночи. Потому что, как мы знаем, вся мистика происходит только в 3 часа ночи. И ровно в 3:00 я одеваю этот костюм. И мы смотрим, что же со мной будет. Надеюсь, я хотя бы не умру. Погнали! Окей, Банда, на часах 3 часа ночи, самое время, чтобы одевать этот костюм. И, Банда, давайте же посмотрим, из чего состоит этот костюм. Здесь есть рубашка такая белая, реально Слендермена рубашка. А еще пиджак, а также, Банда, какие-то странные штаны Слендермена. Они реально огромные, надеюсь, я в них влезу. И черт, посмотрите, здесь куча всяких масок Слендермена. Одна на шее, одна на лицо. И даже этот галстук, Supreme Банда, этот красный галстук. Окей, тем не менее, Банда, мне нужно одеться. Вы не будете это видеть, поэтому я иду сейчас в эту комнату, в эту ванную. И оденусь там, встретиться с вами уже через секунду. Сереж, ну ты как там? Все нормально, я уже скоро выхожу. О, господи, ты меня просто не узнаешь. О, черт, так я... О, черт, посмотри, о, на меня. О, да, я теперь реально как Слендермен. Это просто жесть, Supreme Банда, вы это видите. Я прям делаю точь-в-точь как Слендермен. Окей, тем не менее, это все хорошо, что я делаю его костюм. Но, блин, вы только посмотрите на меня. Так вам даже сложно привыкнуть. Окей, тем не менее, Банда, на часах все еще 3 часа ночи. Пока что все еще ничего не происходит. Просто гляньте на мои руки, они такие белые. Черт, я реально влез в этот костюм Слендермена. Если честно, я думал, что он будет большой на меня, потому что вы видели, какой Слендермен огромный. Но, как оказалось, Банда, этот костюм вполне на меня. И просто посмотрите на маску. Здесь какой-то хвостик непонятный. Я знаю, как эту маску надевал Слендермен, она реально странная, Банда. Как ты себя чувствуешь? О, в принципе, нормально. И знаешь что? Мне кажется, что этот костюм все-таки не работает. Хотя посмотрим, сейчас только начало 3 часов. Что будет дальше, мы это увидим. О, господи, хоть бы все было хорошо, хоть бы я не потерял сознание. Тем не менее, Банда, просто посмотрите на меня вдали, как этот костюм на мне сидит. Просто можно спрашивать, сколько стоит у меня шмот. Окей, тем не менее, Банда, мы одели этот костюм ровно 3 часа ночи. Посмотрим же, что будет дальше. Я надеюсь, что все будет хорошо. То если я реально стану Слендерменом, Банда, то тогда для вас будет снимать видео. Или, может быть, вы хотели смотреть мои видео, когда я был бы Слендермен. Но это реально будет интересно. На часах уже 3 часа ночи, господи, я реально волнуюсь. Вы бы знали, как мне страшно. Окей, Supreme Банда, также я очень надеюсь, что вы наберете 10 тысяч лайков. И мы с вами проведем ритуал Слендермена. О, черт! Что там? Тихо! Господи, хоть мне показалось! О, черт! Что, Сереж? Ты не поверишь, там такое! Ты видела, мои кроссовки лежали, Балентиага? Да, видела! Там двигается сейчас штурок. Что происходит? Это что, я или кто? Иди посмотри первое! Черт, нет, давай ты первая иди. О, господи. Я сам в шоке, Настя, это просто жесть. О, господи, господи, Настя, ты это видишь? Это да. Просто жесть. Да, о, что? Господи. Черт, все, добегай, Настя. О, господи. Господи, ты это видел? Это просто что жесть. Я это все из-за меня, из-за того, что я делал этот костюм. Это просто жесть, Банда. Мои новые блендиаги упали, это просто жесть. И это только начало, Supreme Банда, только кроссовки упали. А что будет дальше? Дальше все будет становиться только хуже. Чем дальше это заходит, тем более это опасно, Банда, господи. Черт, забудьте посмотреть, что там, возможно, это было даже не я, возможно, это какой-то ветер или что-то еще. Окей, Банда, это реально жесть, это реально стрёмно выглядит. Supreme Банда, вы представляете, мои кроссовки просто упали. Просто гляньте, мои новые блендиаги, они просто лежат. Черт, это, возможно, моя сила, как ты спикнула с этой трубы, это просто жесть, Supreme Банда. Тем не менее, Банда, это реально стрёмно, что будет дальше, оставляет желать только лучшего. Окей, Supreme Банда, но что будет дальше, оставляет желать только лучшего, потому что все дальше будет только хуже. Сережа, что? 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 Отражайся в зеркале. В смысле, как? О, господи, Сережа, тебя нет в зеркале, как я так? Я вижу, я сам в шоке, господи, это просто жесть. Вы серьезно становлюсь призраком, вы это видите, Supreme Банда, господи, господи, глянь, я не знаю.
знаю, что делать, банда! Это просто жесть, господи! Черт, преподы, пути назад нет! Нужно просто уже начинать проводить ритуал! Пути назад нет, и уже начинаю превращаться в Слендера! Мне просто же не показывают зеркали, видели вещи, падают сами! Черт, банда! Это очень все страшно! Надеюсь, вы уже набрали 10 тысяч лайков, супреподы, за этот ритуал, господи! Вы бы знали, как я волнуюсь, это просто жесть! Покинулся быстрее, рисуем рисунки и начинаем это делать! А, черт, что произошло? Куда делся свет, если ты это видишь? Что я вижу, Серёж? Черт, быстрее включай фонарь! Вот! О, черт, это просто жесть, Настя! Мне кажется, это не я выключаю свет, это не я двигаю мебли! Это все... Что, Серёж, что случилось? Что, Серёж, что болит? Серёж, скажи, что? Что с тобой, Серёжа? О, Боже, чем помочь, Серёжа? О, Боже, Серёж! Серёж, что с тобой? Нужно взять маску быстрее! О, Господи, как? Как? Серёж, что? Как ты? Это все Слендермен. Он пришел сюда, это он двигал мебели. Как это ты себя чувствуешь? Это была огромная ошибка одевать этот костюм. Мне плохо, я умираю, Настя. Мысли, Серёж, нет. Я не знаю, Настя, это Слендермен. Я как будто он в моей голове, Настя. Он мне говорит, что делать, черт, я не знаю. Настя, это просто жесть. Ты же была прислужником Слендермена, что делать? Я не знаю, такого не было. А, черт, он говорит мне. Что говорит, Серёж? Серёж? Что? Серёж? Серёжа! Серёжа! Серёж, что с тобой? Ай, куда ты пропадаешь, Серёжа? Как так? Куда ты пропал? О, Господи, Супримбода, вы это видели? Куда делся Серёжа? Я не знаю, что делать. А что, если он навсегда пропал? О, Боже, я не знаю. Нужно провести ритуал. О, Господи. Серёж, это ты? Слендермен, конечно, я! Он просто сидит в моей голове! Нужно провести ритуал, чтобы я наконец-то стал обычным! И только после ритуала я стану настоящим Слендерменом! Потому что он еще надолго засадит меня в голове! Настя, скорее нужно это все сделать! Без ритуала я просто умру! Я должен захватить разум самого Слендермена! И стать самим Слендерменом раз и навсегда! Это навсегда уничтожить этого монстра! И я буду нормальным, возможно, монстр, возможно, я полностью потеряю голову! Как только мы закончим ритуал, ты должна сразу же либо снять маску, либо убежать раз и навсегда! Потому что я могу тебя убить, это понимаешь, Настя? Я понимаю! Черт, мы ввязались, конечно, в этот раз! Быстрее делаем ритуал! Погнали! Окей, Супримбот, у нас готово все для нашего ритуала! Это просто жесть, я так волнуюсь, вы бы знали! Для ритуала нам нужно полностью весь круг сделать из знаков Слендермена, гляньте! Мы даже специально нарисовали настоящий знак Слендермена! Это знак Слендермена на будущее, чтобы запомнили, банда, он реально жутко выглядит! Читайте перечеркнутое лицо, банда! Окей, тем не менее, у нас реально все готово для того, чтобы проводить ритуал! Я очень сильно волнуюсь, банда, но тем не менее, я готов! Потому что Слендермен в моей голове не дает мне покоя! А, Господи, Настя, надеюсь, ты тоже готова! Да, я готова! Черт, окей, тогда давай, я начинаю произносить заклинание! Я Слендермен, повелитель тьмы, клянусь тебя, служите всем темным силам. Я новый Слендермен, повелитель тьмы, клянусь всем, Господи, Настя, ты это видишь? Это просто жесть, ни с кем не дай, черт, Настя! О, Господи, скорее, Настя, делаем что-то! О, Господи, Настя, давай скорее, снимай маску, мне уже интересно что-то! О, черт, это просто жесть, Супримбанда! О, Господи, окей, что сейчас будет? Мы сейчас увидим все, Супримбанда! О, черт, давай! О, Господи, Серёжа, у тебя нет лица! Прозрачный полностью! Серёжа, о чем ты вообще? Я вижу все, Господи, я вижу свое лицо! Я вижу свое лицо в объективе камеры! О чем ты говоришь? Я все вижу! Нет лица! В смысле нет лица? Что ты рассказываешь, Настя? О, Господи, Серёж, ты полностью прозрачный! Что? О чем ты вообще? Я вижу все свое тело! О чем ты говоришь, Настя? Нет, у тебя нет тела! О, Господи, Настя, о чем ты вообще? Я вижу полностью свое лицо! Нет, я вижу свои руки! Нет. Я вижу свою тылущую, Настя, о чем ты? Что ты вообще говоришь? Тело. О чем ты, Настя? О, вообще нет ничего, даже руки, Серёж! О чем ты, Настя? Я полностью вижу свое тело! О чем ты вообще говоришь? Что ты рассказываешь? Супримбода, скажите, я же вирусы свою, она меня обманывает! Пожалуйста, скажите это! О, Господи, это просто жесть, Бода, вы это видите! Настя, скорее снимай весь костюм, посмотрим, что там дальше! Мне интересно, Господи, это просто жесть! Господи, Серёжа, ты просто невидимый! То о чем ты вообще? Я себя вижу, вот мои руки, вот мои ноги, о чем ты, Настя? Нет, Серёжа, тебя не видно! Настя, о чем ты говоришь? Я вижу полностью свое тело, вот руки, о чем ты вообще, Настя? О, Господи, Серёжа, тебя просто не видно! О чем ты говоришь? Вот мои ноги, вот мои грёбаные штаны, о, Господи! Ты что, не видишь? Реально, мои ноги, я здесь стою, Настя, о чем ты? Нет, Серёжа, тебя не видно! О, Господи, Серёжа, ну куда ты делся? Ну скажи хоть что-нибудь, я же знаю, ты здесь, Серёжа!
Сережа! Сережа! Господи, Фокс, Ландерман с меня вышел! Я уже более-менее нормальный! О, Господи, это было просто жесть! Настя, ты это видела? Меня просто вселился Слендермен! Я реально был прозрачным! Да, ты был прозрачным полностью! Черт, я в отражении объектива видел свое лицо! Настя, я видел свои руки! О, Господи, это просто жесть! У примода я реально был Слендерменом! Окей, брат, это просто жесть! Вы это видели? Я реально был Слендерменом! У меня прям это не вкладывается в голове! Черт! А что, если мы вообще могу умереть из-за этого банда? Это реально жесть! Я не хочу больше этого повторять! Да и слава богу, что Слендермен раз навсегда уже забрал свой костюм! Я надеюсь, он больше сюда не вернется! Тем не менее, банда вот комментирует с прошлого видео! Господи, какие они шикарные! Просто идеальнейшие комментарии, просто и что? Если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь тебе нужно это опуститься ниже! Нажать свой лайк, колокольчик и все, бро! Ты уже моё новое видео, лайк, колокольчик, коммент, ты уже моё новое видео, бандит! Как видишь, ребята из Суприм банды попали, ты сможешь, и просто знаешь что! Оставайся таким шикарным! Пока!